Słyszałem, że co najmniej 60% tej pańskiej produkcji z 13 hektarów pod szkłem, różnych produktów, tu w tym wypadku mamy pomidory, że 60% trafia na eksport, tak, do różnych państw. No, wiemy dlaczego teraz, jakich przyczyn nie może trafić do Polski, ale co by pan powiedział w ogóle o tym produkcie, o tym pomidorze? No i czy jest możliwe, gdyby było normalnie, żeby ten pomidor do Polski, tutaj niedaleko, za granicę, do Białegostoku, nie z żadnej Holandii, ale taki dobry, zdrowy pomidor, żeby trafił. Proszę mówić, panie dyrektorze, gdyby pan powiedział. Давайте разом супрацовничать, чтобы его поставить. И я согласен. По рукам. Да, по рукам. Вот. А прошу поведеть, чи те помидоры са здоровые, пан бы полецал так, и для немовлот, для własной семьи, для własной родины, чи пан гарантує за то, пане директор? Гарантую. 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 Мы поставляем в детские сады, в больницы. Там, где, значит, по нитратам, по всем другим, значит, показателям, значит, еще ниже порог, чем для нас, взрослых. Понятно. Поэтому гарантую. А сколько? Мои внуки, ну, так, едят вот это. То так, как... Поэтому я гарантую. То как у нас на наших господарствах, видите, как робимы земляк себе и на спредаж для когось, ну, не? А для własной семьи, да-да. Для директора и для пани и начальника одинаково, одинаково. Одинаково. Отдельного участка нема. А сколько мамы гарантии, что что-то злого, какого-то в этом все злый складник не знаете в этом помидоре? Лаборатория? Са, разумею, так? Ну, откуда гарантия, что в этой помидоре то, что нельзя, найдется? Да. Я гарантую, что здесь не найдется вот это то, что нельзя. Потому что каждая партия проверяется. Контролируется лабораторией. Каждая партия. Каждый сбор. Лабораториум есть? Аккредитованная своя лаборатория. Кроме этого, санстанция еще проверяет. Санстанция. Понятно. Такие органы есть. Угу. У нас. Чили полная над этим контроля, чтобы ничего с вещи не достало. Пан. Гарантую. Душам, да. Гарантую. Дякую, директор. Пенки.